Вот эти снимки, которые сейчас будут показываться, это снимки уникальные по своему роду. These are unique photographs. Они относятся к началу деятельности. They cover the beginning of Mikhail Kalashnikov's activities as a designer. Конструкторском бюро. In at his design bureau in Ижевск. Вот этот. Okay, hold it. Not only that, but This photograph is from 1952. Здесь как раз на этом снимке Крупин Владимир Васильевич. It shows Владимир Васильевич Крупин. И Зорин. Он недолгое время работал Зорин у Калашникова. Зорин, who worked with Kalashnikov. Крупин is on the left, and Зорин. А Крупин Владимир Васильевич работал долгое время с Калашниковым. Крупин is a long time associate of Kalashnikov. И был, собственно говоря. Слева вот Крупин. Слева Крупин, Зорин в середине. Зорин в середине. Справа. Да, Калашников. On the left is Крупин, in the center is Зорин, and on the right is Калашников himself. Владимир Васильевич Крупин работал с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым долгое время, где-то 14-15 лет. Крупин and Kalashnikov collaborated for a period of 14 to 15 years. С 47-го по... 49-го. 49-го по... По 62-й год. From roughly 1949 to 1962. Собственно говоря, вот это как раз костяк той рабочей группы и в будущем конструкторского бюро, с чего началась вот вся работа Михаила Тимофеевича. These three individuals, Зорин, Крупин and Калашников, formed the core of the design bureau. Таких снимков мало осталось. There are only a few such photographs left. И сейчас вот, наверное, покажем мы еще несколько снимков. And we will now see several others. Мало кому известно, что рождение, во всяком случае за рубежом, мало кому известно, что рождение АК-47 связано с еще одним рождением. The birth of the AK-47, it is a little known fact abroad, the birth of the AK-47 is tied quite closely with another birth. В то время, когда Михаил Тимофеевич работал над проектом АК-47, when Михаил Тимофеевич was working on the AK-47, в его жизнь вошла очень милая, красивая девушка. He met a wonderful, beautiful girl at the test site. Это был 1945-46 годы. In roughly 1945 and 1946. Она работала чертежницей в конструкторском бюро полигона. She was a working drawings expert at the test site. И там на полигоне Михаил Тимофеевич расписался с Екатериной Викторовной. Они стали мужем и женой. And there in 1946 Михаил Тимофеевич married Екатерина Викторовна. And they started their life together then. И так начала, зародилась новая семья, уже не оружейная семья, семья Калашниковых. And the Kalashnikov family started another Kalashnikov family, and not вот just the family of weaponry. Посередине совсем еще маленькая Лена, это одна из старших дочерей Михаила Тимофеевича. In the center we see Лена, the oldest daughter of the Kalashnikovs. Снимок тоже где-то года 51-52. This photograph was taken in 1951 and 1952. Так, все на этом, а там еще. Там еще. Вот здесь Михаил Тимофеевич со своей младшей дочкой Наташей. Here we see Михаил Тимофеевич with his youngest daughter Natasha. Это снимок где-то середины 70-х годов. This photograph is from the mid-1970s. Это его любимица Михаила Тимофеевича. Это младшая дочка. His favorite, his youngest daughter. Бесконечно жаль, конечно, что она погибла в автокатастрофе. Unfortunately, she died very tragically in an automobile accident. Ну и теперь еще, наверное, надо следующий. The next one. Whichever one. Okay.
А вот этот снимок более позднего. This is a shot of the design bureau as it looked a little bit later in time. Когда? Конструкторское бюро Калашникова где-то начало 70-х годов. This is a typical working meeting in the early 1970s. Здесь вот слева сидит женщина, это Сайфудинова Эрика Михайловна, она инженер-конструктор. Эрика Михайловна, да. Михайловна Сайфудинова. За Кульманом стоит Камзолов Владимир Валентинович. Standing is Владимир Валентинович Камзолов. Сидит слева от Калашникова Пушин Владимир Николаевич. Владимир Николаевич. Виталий Николаевич. Виталий Николаевич Пушин is to the immediate left of Калашников. А справа Алексей Дмитриевич Крякушин. Алексей Дмитриевич Крякушин. Крякушин. Крякушин is to his immediate right. These are all designers, конструкторы. Это инженеры-конструкторы из его бюро. These are all engineers and designers of his design bureau. Пушин и Крякушин вместе с Крупиным вот составляли как раз костяк в 50-х годах, костяк рабочей группы. Пушин, Крякушин and Крупин. And Крупин formed the leadership essentially of the design bureau in the 60s. И они помогали Михаилу Тимофеевичу в создании вот всей семьи унифицированных образцов. Essentially what you're seeing here is a management, the meeting of the managers who developed the unified system of standards of the small arms. Тут идут расчеты как раз, ну, раз это начало 70-х годов, как раз уже шла работа, видимо, над образцом 5.45 калибра. If this shot being taken in the early 70s, it's a working meeting discussing the documentation for the smaller caliber 5.45 cartridge system, the AK-74. Все. На этом снимке испытывается единый пулемет ПК на заводском полигоне. Here we see the test firing of the machine gun ПК based on the unified system at the plant firing range. This is a shot from примерно год какой. Ну, ПК, когда испытывался, это был начало 60-х годов. This is a shot from the early 1960s at the Ijevsk firing range. А там, немножко на заднем плане, стрелок-испытатель заводской. In the background, you see the... Что здесь? Стрелок-испытатель. Есть у них специально стрелки-испытатели, которые испытывают оружие в заводских условиях. In the background, you see a special firing chamber, a test firing chamber. И два конструктора из его бюро, Крякушин и Пушин здесь. And the two senior designers, Крякушин и Пушин, are observing the test firing of the PK. Вот, собственно, все. Sure. Okay, that's enough. Спасибо. The other is just a ceremonial shot of a meeting with Pinch one. Okay. Михаил Тимофеевич Калашников очень любимый гость, скажем так, у военных товарищей. Михаил Тимофеевич Калашников is one of the favorite speakers and honored guests of the military forces of the Warsaw Pact. Военные товарищи часто интересуются его и биографией, и личной жизнью, и тем, как он работал над образцами своими. Military officers and soldiers of the Soviet and Allied armed forces are very interested in his biography and his professional activities. И он часто выезжает в войска, бывает в штабах, рассказывая о том, как создавал свои системы. He often travels to field units and to headquarters to tell of his development work and his firearms. Этот снимок уже где-то середина 80-х годов. This picture was taken in the middle of the 1980s. Все. Все. Thank you. Thank you. Взаимное спасибо. To his immediate right as a hero of Soviet Afghanistan.